Заместитель начальника территориального отдела номер 18 Госатомтехнадзора Московской области Евгений Соловьев в прямом эфире ответил на вопросы наших телезрителей. Уже поступают жалобы на уборку снега. Кого-то беспокоит старый фундамент, а где-то не работает уличное освещение. На Карла Маркса 26 контейнерную площадку установили в 15 метрах от дома, фактически прямо под окнами. В общем-то, это неправильно. 15 метров не должно быть. Минимум 20 метров. И я хочу сказать, что установка вот этих всех контейнерных площадок, она строго лежит именно на прерогативе органов местного самоуправления. Они определяют, где конкретно будет находиться данная контейнерная площадка, ну, естественно, конечно, с учетом пожеланий жителей, это однозначно. Госатомтехнадзор информацию проверит и меры примет. Евгений Соловьев добавил, что региональный оператор «Эколайн», который начнет осуществлять свою деятельность на территории района в будущем году, возьмет на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок. Кроме того, к их обустройству выдвинуты новые требования. Первое ограждение с трех сторон из профлиста. Вот, обязательно крыша на данной контейнерной площадке. Выдвижные, значит, на колесиках бункеры. Вот, ну, естественно, подъездные пути, асфальтовое покрытие. Вот, и будем надеяться, что вот такая форма, как говорится, этих контейнерных площадок, ну, даст результат. Пожалуй, самый актуальный вопрос текущего года – чистота на кладбищах и прилегающих территориях. Мусора много, и, как отмечает представитель Госатомтехнадзора, вина подчас лежит на недобросовестных воскресенцах. Жители вот этих всех окрестных деревень едут домой с выходных, и мусор бытовой бросают в этот контейнер, хотя он, подчеркиваю, предназначен именно как раз для сбора именно мусора с кладбища. Произошли изменения в структуре Госатомтехнадзора. Теперь при ведомстве работает административно-техническая комиссия, которая взяла на себя часть полномочий и компетенций. Полную версию прямого эфира вы можете посмотреть на нашем сайте или в группе в социальной сети ВКонтакте. Александр Иванов, новости Искровект.